Есть один очаг долгожительства, причем бесспорно признанный, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, это остров Окинава в Японии. Там удивительно долго живут люди, при этом они очень много работают, и очень мало у них заболеваний человечества, таких как ишемическая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, онкологическая патология. Выяснилось, что они пьют природную воду, так как атолл стоит на коралловых островах, вода с органическими минералами. Эти природные образования не только безупречно красивы, но и на редкость долговечны. Самому древнему насчитывается 600 миллионов лет. Именно от кораллов вода узнает, что жить можно очень долго, оставаясь при этом крепким и молодым. Затем она передает эту информацию водной среде организма человека, настраивая его на долголетие. Самое общепризнанное место – это местечко высокогорья Пакистана, которое называется Хунзакут. Там люди живут просто бесконечно долго. Наша средняя продолжительность жизни 57 лет приблизительно, а есть народы, у которых 100 лет продолжительной жизни, то есть практически в два раза. И когда ученые начали выяснить, за счет чего такие резервы, потому что еды нету, кислорода мало, высокогорье, то есть практически никаких условий для жизни таких серьезных, да, а люди живут себе и живут. Выяснилось, что характер воды, которую они потребляют, является совершенно другой. Речь идет о воде, стекающей при таянии ледников по крутым склонам гор. Во время этого пути хрустальные ручьи наполняются энергией солнца и камней, убирают информацию об особенностях почвы, определенном составе минералов и горных пород. Впечатление такой воды наполнено чистым воздухом и землей нетронутой цивилизации. В Японии есть ученый по имени Эмото. Вот он показывает картинки впечатлений воды. Но мы этого наверняка еще не знаем. Мы не можем этого доказать. Все эти фотографии сделаны в лаборатории доктора Эмото. Кристаллы различной формы – это и есть впечатление воды. Так вода отреагировала на включенный компьютер. Телевизор.